Всем привет! Этим летом построил дом. Ну как построил? В общем, дом готов, а теперь пора подумать и о баньке. Готовые бани стоят, как и каркасные дома, то есть не так уж и дешево. Поэтому решил прикинуть, как же сделать самому. Чтобы прикинуть масштабы и стоимость, решил начать с проекта. Проект сделан в программе Compass 3D. На данный момент хочу показать каркас, а также услышать замечания и предложения. Итак, баня-шалаш размером 6 на 4 метра, общей площадью 24 квадратных метра. Высота стропил 5 метров, всего 3 помещения, парилка, душ и предбанник. В комплексе посчитали, что общая масса того, что вы видите сейчас, составляет порядка 5,7 тонн. Все без учета внутренней отделки, стекол, гидропароизоляции и наполнения, только то, что вы видите прямо сейчас. Общая стоимость материала выходит порядка 85 тысяч рублей. Все материалы из магазинов Leroy Merlin, Петрович и Вимас и тому подобных. Цены актуальны на начало 2021 года. Табличка смета перед вами. Опять-таки, это стоимость только того, что вы видите сейчас, без учета фундамента и доставки. На самом деле у меня много сомнений. Случится ли реализовать эту задумку? Существует множество причин не делать этого. Но какие фотки получаются с такими домами? Такие дома не про практичность, они про оригинальность, про желание уйти от стандартных решений.